Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Я сегодня приехал на остановку к нам в 9, ну там 9.15 привозят молоко, там хлеб. Ну, я брал в прошлый раз 10 литров молока, в этот раз возьму 5, уже что-то поднадоело молоко это. Вот, хотел сметану сделать, из нее почему-то сметана не получается, видимо они ее сепарируют на ферме, а привозят нам уже что останется. То есть сливок там очень мало получается. И сметана, здесь такой мосток, здесь раньше речка протекала, сделали такую плиту, подложили. Вот через нее ходят как-то. Здесь вот дом такой, бабулька одна жила, старенькая. Ну сейчас, да, как бы дачники живут, приезжают они, живут. Зимой сейчас пройдем через этот. Я себе тапки новые купил. Вот такие какие-то маленькие, без прорези. Вот. Там еще дом один, где елка. Вон там в сером доме парень жил, алкоголик. Давно уже нету. То есть начал лазить по дачам. Его здесь налупили, блин. И все. И он умер. Блин, и охота, блин, лазить по чужим дачам. Знает, что могут тебе там поймать его. Жил бы потихонечку, сажал бы в огороде что-то, и все. Сейчас уже как бы его нету уже давно. Дом пустует. То мать там, с матерью не жили, то один. Вот. Здесь за елкой тоже Серега живет. Вон. Как бы сказать, из соседней деревни через сколько, через 3 километра, там поселок был такой, молочная ферма. Он там с женой жил, потом, видимо, развелись, говорит, двухкомнатную квартиру, теперь живет здесь один, в матерном доме. Вот я смотрю, у него там и тарелка вроде есть спутниковая вроде, или что-то там, что-то такое есть. Вот, работал на тракторе, потом где-то за 2 года до пенсии его сократили, на бирже стоял целый год, потом платили, говорит, 5 тысяч в месяц. Вот, но теперь пенсия у него где-то 15 тысяч, он даже пенсия у него больше, чем у нас в городе, блин. Я, блин, работал тоже на заводе, мне пенсия 10 тысяч написали. А они в деревне здесь трактористам 15 платят. Вот. С вами канал «Все для огорода». Подписываемся, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр.